74 kilogram Russian national final. На центральном ковре в красном трико Александр Гостиев, мастер спорта, представитель команды Республики Северная Осетия Алания. В синем трико Денис Саргуш, мастер спорта международного класса, представляет команду Московской области ЦСКА. Александр Гостиев, представляющий команду Северной Осетии Алании, мастер спорта, 10 лет занимается борьбой, 22 года ему, больших спортивных результатов не имеет, кроме призового места на первенстве России среди молодежи, член молодежной сборной команды Российской Федерации. Естественно, что это самый большой успех этого борца за его спортивную карьеру. Уже как минимум серебряная медаль чемпионата взрослого. А его соперник Денис Саргуш, опытный спортсмен ЦСКА, мастер спорта международного класса. Постоянные тренеры Ислам Калоев и Анатолий Маргиев. Он является чемпионом России 2006 года, чемпион мира среди молодежи, победитель Кубка мира. Привозить.
Напоминаем, выход на награждение парадный, парадных тренировочных костюмов. Нет, ну...